сальса, бачата, кизомба, зук, семба, танго, хастл, линди-хоп, бразильская самба, реггетон и афро-танцы. Это то, что сейчас объединяет понятие «социальный танец». Чтобы танцевать на фестивале HLS Salsita, быть профессионалом совершенно не обязательно. В этом году возникла идея проведения именно фестиваля, фестиваля социальных танцев, как они проводятся за границей, как они проводятся даже в крупных городах России, в Москве, в Красноярске. Идея зрела давно, она идея зрела из своего опыта посещения поездок подобного рода событий. Поэтому хотелось сделать такое событие здесь, в нашем городе у моря. Во время фестиваля на площадках проводились мастер-классы. Своим мастерством делились 4 приглашенных педагога по самым популярным стилям социальных танцев. Адонис Сантьяго родом из Кубы, но уже 4 года живет в Москве. Своим ученикам он преподает многие стили, один из которых – румба и тимба. 8 каналу он открыл главный секрет этого танца. Чувствовать. Если не чувствовать, как танцевать, тогда румба никогда очень хорошо получается. Но когда прямо думаем об этом, когда берем, что мы крутые, что девушки красивые, уже начинает танцы, начинает меняться, и это сделает, что наша румба, она вкуснее. Тогда не все о технике, а больше всего чувствует, больше всего, что любит танцевать и как любит показать, что делать. Адонис признался, что жители Приморья покорили его, в первую очередь, своей любовью к танцам и желанием узнавать новое. Мне очень нравится энергия, атмосфера. Здесь ребята очень молодцы, они очень стараются. И это круто, что все, вот смотрите, столько народ, и все пришли на фест, поэтому мне очень понравилось, да. Десятки людей разного возраста и разной степени подготовки стали участниками танцевального фестиваля. Многие из них танцуют для души. Однако, узнав о возможности пообщаться с профессионалами из других стран, они не могли упустить такой шанс. Поэтому здесь танцоры как из Владивостока, так и со всего Приморья и Дальнего Востока. Я румбу никогда не танцевала, то есть это трудно, это сложно, несмотря на то, что 4 года есть опыта танцев. Это новый стиль, и подача педагогов, она очень сильно отличается от подачи этажей. И, конечно, это колоссальный опыт, и просто насладиться другой культурой, потому что они из других стран, это великолепно. Для меня было открытие конкретно, как работает корпус тела, да, в совокупности с руками, потому что иногда ты смотришь видеоролики, и ты не можешь анализировать эти микродвижения, которые тебе объясняет преподаватель, который уже там делает это на протяжении многих лет. Вот, для меня это было, ну, таким маленьким микрооткрытием, и это здорово. Социальный танец уже захватил весь мир. Люди, зачастую жители больших городов, танцуют для удовольствия и поддержания физической формы, но при этом достигают в своем хобби значительных успехов. Фестиваль HLS Salsita стал первым крупным событием в мире социального танца на Дальнем Востоке. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на 8.